Привет, друзья! Сегодня мы находимся в парке Горького, сейчас пока на набережной прекрасной Москвы-реки. Немножко отдыхаем, нас пригласили в театр Стаса Намина, наши друзья, на замечательное представление «Самскара-шоу», где прекрасный коллектив танцевальный покажет в виде замечательных исполнений действия трех гун материальной природы на человека и о том, как всегда оставаться в радости, в благости, в спокойствии именно в виде танца. Ребята, мы уже на месте, мы находимся в павильоне перед началом шоу «Самскара». И даю слово Дарье. Дарья, что это за такое интересное волшебное шоу? Добрый день. Сегодня в атмосфере 360 мы проводим мистическое «Самскара-шоу». Это формат мюзикла, театрального выступления, где на сцене будет представлено зрителю представление о трех гунах материальной природы. Это будут представлять три танцовщицы. Каждая из них будет олицетворять тамас, раджас и сатву, то, как они владеют душами. Все это будет представлено в красивом танце. Также две дивы будут исполнять мантры на санскрите, на бенгале, на древнеславянском. Это все очень сопровождается красивым визуальным шоу на куполе 360. Поэтому мы приглашаем всех на следующие сезоны. Но на самом деле основная цель нашего продюсера — создать фильм, в котором можно будет путешествовать по ведическим мирам, по космосу, по устройству Вселенной с точки зрения ведической философии. Вот к этому мы идем, и это мы создаем сейчас. Ой, как здорово, Дарья, спасибо большое. Ребята, познавайте себя, открывайте себя, путешествуйте вглубь себя вместе с проектом «Атма 360». Ссылочку на проект вы найдете под видео, напоминаю. А мы начинаем смотреть шоу. Thank you.
Шри Мурари, Хенака Нараяна Васудева. Шри Кришна Говинда Хари Мурари, Хенака Нараяна Васудева. Шри Кришна Говинда Хари Мурари, Хенака Нараяна Васудева. Мы спросим наших друзей, как ваши впечатления в двух словах о шоу «Самскара»? Шоу мне очень понравилось, необычно, такого нигде не увидишь. Я думаю, это должны увидеть все. Спасибо большое. Ваши впечатления о шоу? Ну, это невероятно, наконец-то. Ну, то есть я давно хотел сходить на такое шоу, я слышал от друзей, но первый раз оказался, и я в восторге. Это очень классно. Спасибо организаторам, кто придумал это. Это невероятно круто. Спасибо большое. Приятного вечера. Два слова, ваши впечатления. Это было просто великолепно. Это незабываемо, это что-то особенное абсолютно. Чего, ну, возможно, какие-то моменты, какие-то отрывки можно было увидеть на выставке, которая была в... В общем, была. Но в целом это очень запоминающееся, скажем так, выступление. Единственное, что я понял, на самом деле, это наличие злого и доброго духа и вот переплетение какой-то вот энергии. Ну, наверное, если бы я знал мантры или хинди, то, наверное, я бы понял больше. Но это было просто великолепно, правда. Спасибо большое. Приятного вечера. Здорово. Шоу, которое вы посетили. Мне понравилась визуальная и музыкальная составляющая. Девушка в белом невероятно пластична. В красненьком девушку хочется, если честно, отправить на танцы, потому что она была не особо пластична. Но в целом шоу очень интересное. И очень жалко, что у них не продаются диски с музыкой. О, это будет пожелание. Да. Спасибо да. большое. Все очень здорово, очень понравилось девушке, потрясающее, очень красивое шоу, я впечатлена. Спасибо большое. Дорогие наши друзья, давайте спросим у трех гун природы, что они хотели бы выразить в этом танце и чем дорого и важно это исполнение самскара шоу. Ну, как вы уже выразились, мы хотели показать взаимодействие трех гун, трех энергий, которые сплетаются, конфликтуют, но в итоге приходят в гармонию. Спасибо. И скажите, пожалуйста, что за мантры вы сегодня исполняли? Это было так красиво, это было так невероятно. Это было на санскрите? Да, это были мантры ведические на санскрите и на бенгале. Очень известные мантры, и древние, и сакральные. А можете двух слова сказать, о чем была эта молитва в этом шоу? Ну, это шоу, в принципе, оно посвящено абсолютной красоте, о которой говорят все писания древности, и то есть оно посвящено как бы божественной энергии самой высшей. Ну, также звучали еще тексты, святые тексты Шримад-Бхагавата, например. Ух ты! Да, то есть какие-то куски про сатва-гуну, про раджас, то, что вот описывают Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагавата. Специально для наших гостей, для наших друзей, одна из мантр ведических писаний. Раз, два, три, раз, два, три. Амараджи-вана садапаперата нахикопу-нерале. Спасибо огромное, девушки. Спасибо. Счастья, процветания вам. Намасте. Особая благодарность организаторам этого прекрасного мероприятия и Георгию Аистову.
Авадута Махараджи. Спасибо большое. Шоу было непревзойденным. Мы пришли как гости, мы были восхищены, удивлены. И приглашаем всех наших друзей, всех, кто знаком и не знаком с ведической культурой, посетить это нереальное мультимедийное суперсовременное шоу. До новых встреч. Пока-пока.